Buongiorno, buongiorno. La Tiexto Milani Snight, mi chiamo Tiziano. Radizza, il pragivaro gore di Padova, l'italiano scampadova. La Tiexto Milani Snight, di Nacolizza Migord. Padova è trasassina in gora Venezia, l'italiano sca Venezia. La Tiexto Milani Snight, di Nacolizza Venezia. Itac, globale espressivo assieme, za like, commentari, riposti, vopsi interesse come il mio canale, itd. Si vogna a tema nasce Varocca, sviasa na stieme per tutti Varocca. Volta, una si vogna raznica, miesto passato prossimo e passato remoto. E a tua prossima inizia da valli, sliedo scegliudi. E Caterina is Grodna, Elena is Tuli e Maria Inadiesti di San Pietroburgo. E ora iniziamo la lezione. Passato prossimo, u patriblaiza pri apissani za versioni disfi. Nu plošna razumejca, связанных с настоящим временем. Это очень важно, связанных. Сейчас два маленьких, сразу два маленьких примера. La settimana scorsa ho iniziato a giocare a tennis. То есть на прошлой неделе я начал играть в теннис. И, внимание, 10 anni fa ho iniziato a giocare a tennis. То есть 10 лет назад я начал играть в теннис. Видите, что, несмотря на то, что разница времени очень большая, 2 недели или 10 лет, я употреблял всегда passato prossimo. Почему? Потому что именно и сейчас я до сих пор играю в теннис. Есть связь между прошлым и настоящим, поэтому надо обязательно употреблять passato prossimo. Вот. Passato remoto, наоборот, употребляется в отношении действий, не связанных с настоящим временем. Маленький пример. L'estate del 2003 fu molto calda. То есть лето 2003 года было очень жарким. То есть я просто говорю о том, как было жарко, и все. Никакие связи с настоящим временем. И вот поэтому здесь будет fu, passato remoto. А сейчас посмотрим на разницу чуть-чуть повнимательнее. Вот, например, я сейчас начинаю с passato remoto. Da giovane studiai molto. То есть в молодости я много учился. Вот. Passato remoto, почему? Потому что я просто говорю, ну, в молодости я много учился, и все. Никакие связи, никакие, просто какой-то факт, и все. А теперь внимательно. Сейчас у нас будет passato prossimo. Da giovane ho studiato molto. Ed è per questo che oggi ho un ottimo stipendio. То есть в молодости я много учился, и именно поэтому сегодня я имею высокую зарплату. Видите, много учился и зарплата, то есть есть связь между прошлым и настоящим, поэтому в этом случае надо употреблять passato prossimo. Вот. И на сегодня все, в принципе. А нет, простите, хотя не все. Почему Норд и Юг? Вот, это очень интересно для тех, кто не знает. Мы здесь, в Северной Италии, то есть очень мягко говоря, злоупотребляем passato prossimo. То есть можно сказать, что passato remoto вообще вышло из употребления в разговорной речи. Вот. И наоборот, на юге итальянцы не то, что злоупотребляют passato remoto, но они довольно часто употребляют его, когда в принципе теоретически не надо. Вот поэтому Норд и Суд. И на сегодня действительно все. Вот, вдруг у вас будут дополнительные вопросы по этому поводу, пишите в комментариях. Будут новые вопросы, пишите мне, я буду рад вам помочь. И на сегодня действительно все. Arrivederci!